И, наконец, на первой строчке самых богатых людей Казахстана расположился Владимир Ким. Состояние Владимира Кима с 2019 года уменьшилось на 300 миллионов долларов. Однако он все еще входит в топ 500 списка мирового Forbes. Владимир Ким владеет 31% Казминерал PLC, 70% корпорация Казахмыс, мажоритарной долей Банк РБК и долей АО Казахалтын, член совета директоров Казминералс PLC и президент ТОО Казахмыс Холдинг. И состояние Владимира Кима оценивается в 4 миллиарда 100 миллионов долларов.